Всем привет! Вы на канале Лазница. Меня зовут Вика, и сегодня я хочу вам показать очень простые и быстрые прически с повязочкой. Первая прическа у нас с распущенными волосами. Завязываю хвост, берем наш платочек и завязываем узелок. Затем поднимаем хвост, делая такую петельку, и эту петельку подвязываем еще раз. Теперь я прячу кончики, так как они у меня сильно длинные. Я просто завязываю сверху узелок и снизу, пока не закончится длина. И вот такая вот получается быстрая очень прическа. У меня для вас еще подготовлено несколько вариантов причесок на Новый год, так что если вы случайно попали на это видео, то не забудьте сейчас подписаться, чтобы не пропустить новые прически. Следующая прическа тоже очень простая и интересная. Можно сложить платочек в форме бантика, так как вы видите на экране. По центру складываем, сжимаем и завязываем резинкой. И вот у нас образовался очень красивый бантик. Теперь осталось сделать только хвостик. И теперь нужно прикрепить бантик. Я также беру резинку, беру половинку бантика и хвост в одну руку, в ту, где резинка, и оборачиваю резинкой, то есть завожу хвостик в резинку. Теперь перекручиваю, убираю часть бантика и захватываю только хвостик. Опять перекручиваю. И теперь захватываю вторую половинку бантика и хвостик. Вот таким образом мы прикрепили наш бантик к хвосту. Теперь осталось поправить, чтобы по центру была резиночка, подтянуть хвостик, и все. Очень быстро и очень красиво. У меня нету, к сожалению, петельки, которая протягивает волосы. Я все никак не могу заказать ее. Но у меня есть шпильки. И нам понадобятся две шпильки. Одну шпильку я просовываю в хвост. Вот так вот, как вы видите. И обязательно держу кончики руками, чтобы они не смешались с волосами. Потому что нам нужно будет ее возвращать обратно. Затем самое сложное. Одной рукой взять прядь. Просунуть ее во вторую шпильку, а теперь эту шпильку просунуть в первую. То есть нам просто нужно эту прядь просунуть в первую шпильку, но так будет удобнее, когда мы работаем с двумя шпильками. Так, просовываем прядь и теперь аккуратненько первую шпильку тянем вместе с этой прядкой. И получается, что прядка у нас протянулась в хвост и она будет держаться. Вот такой вот интересный способ. И интересная прическа. И никто не догадается, как вы это сделали. Это будет наш с вами секретик. Следующая прическа для тех, кто любит пучки. Беру силиконовую резиночку и завязываю хвост еще раз. И тяну вниз резиночку до того места, пока не почувствую, что начнут выпадать волосы. И быстро останавливаю, чтобы волосы не выпали. Затем по центру нашего платка делаем петельку из резиночки и подвязываем к нашему хвостику. В том месте, где он уже завязан. Вот что получается. Теперь перекидываем хвост наперед, подтягиваем, делаем ровненький хвостик и начинаем подворачивать под низ, пряча кончики в пучок.
и крутим-крутим за кончики платка и завязываем платок сзади. Также я делаю бантик. И все, прическа готова. Скоро новогодние праздники, поэтому сохраняйте это видео, подписывайтесь на канал. Я уверена, что вам подойдут эти прически, когда вы не будете знать, что вам сделать такое красивенькое и быстрое. О, следующая прическа, надеюсь, что вам понравится тоже, так же, как и мне. Для нее нам нужно собрать все волосы на одну сторону, поделить их на две части. Кончик платочка, самый кончик, добавить к одной из частей. И начинаем оборачивать эти прядки платочком. То есть одну обернули через верх и вторую обернули через верх. Опять первую обернули через верх и вторую, то есть мы двигаемся восьмеркой. В конце я кончик завязываю резинкой просто с какой-то прядью, возле которой он закончился. В общем, логично. И все, прическа готова. Вы видите, что она очень простая, но посмотрите, как она круто смотрится. Вы такой на улице точно нигде не найдете. И будете самая красивая. Хотя, может быть, после этого видео и встретите, но все равно. Очень жду от вас комментарии, лайки. Это мой заряд энергии, вдохновения на следующие видео. Правда, я очень радуюсь. Даже когда вы оставляете просто смайлики, мне очень приятно, потому что вы уделили мне время. Следующая прическа у нас будет сделана так же, как и пучок высокий, но только внизу. И она смотрится по-другому и тоже интересно. Мне она даже больше понравилась, чем высокий пучок. Я также делаю петельку по центру платочка и завязываю на хвостик. Затем опускаю до того момента, когда уже буду чувствовать, что волосы начнут выпадать. Останавливаюсь и подворачиваю за кончики платочка все волосы. Закручиваю вот такой вот пучок и в конце завязываю платочек. И у меня для вас еще бонусная прическа. Она очень простая, на распущенные волосы. Если вам надоело ходить с распущенными, а как-то завязывать и собирать вы их не хотите, то вот вам такой вариант. Собираю все волосы в хвост. Предварительно, как вы видите, платочек я положила на шею. Теперь я один кончик завожу наверх, придерживаю одной рукой. Второй кончик завожу наверх. Теперь отпускаю волосы и завязываю. И все. Подписывайтесь на мой инстаграм, там я тоже выкладываю все видео, которые вы видите здесь. Также, если будете повторять эти прически, то отмечайте меня в инстаграм обязательно. Я всех лайкаю и очень люблю смотреть на ваши работы. И, к сожалению, видео подошло к концу. Очень не хочу с вами прощаться, но мы увидимся очень скоро. С вами была Лазница Вика, всех целую и всем пока, будьте красивыми. И не забудьте подписаться на канал. Все, пока-пока.
la 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient yuletide carol.